Здравствуйте на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о топ-5 играх, на которых мы сможем зарабатывать как без вложений, так и с вложениями в 2024 году. Проекты зарекомендовали себя очень хорошо, они долгосрочные, и будем отталкиваться от надежности и по убиванию. И в конце видеоролика хочу обратить ваше внимание на тот проект, куда не стоит заходить и куда не стоит инвестировать. Опять-таки подчеркиваю, не стоит этого делать. Это будет в самом конце видеоролика. Можете одноединственно зарегистрироваться и просто посмотреть на данный проект, как он выглядит, скамщики, просто для себя, для общего обзора. Итак, ребят, как всегда, лайк, комментарий, репост, подписка на канал. Награждается в виде трончиков. Будет там в описании, где пул 10 TRX, вы туда заходите в чат. Не знаете, что как оформить, спрашивайте, поможем, подскажем. Все вы туда отправляете, и за это все вы получаете троны. В прошлом ролике, то есть вчера, за этот ролик, я раздал каждому по 0.83 TRX. Ребят, как всегда, у меня есть также телеграм-канал, где я публикую различные способы заработка, как без вложений, так и с вложениями. Рекомендую, что вы обратили внимание на это, потому что проектов очень много. И я стараюсь для того, чтобы вы могли приумножать ваши средства. Это основная моя задача. Итак, перейдем с первого стоп, ну скажем так, первый проект, да, это Золотой Клон, або называют Мир Клонов его. Дело в том, что этот проект живет 16 лет, и 16 лет он платит. У меня есть уже список клонов, и довольно-таки их немало уже увеличилось, вот такое вот количество. Вот. Уже даже вторая страница появилась. Вот. То есть, грубо говоря, мы растем, развиваемся. У меня 24 клона на данный момент. И на данный момент этот проект мне приносит $3 в день. То есть, грубо говоря, получается около чуть больше 3 золота в день. А так как 10 золота это около $1, то примерно 3 бакса в месяц он мне приносит. Я дальше развиваюсь, приумножаю свои средства, участвую в форумах, там, в различных конкурсах. И так далее, и тому подобное. То есть в лимах, на все, в чем только можно, заради того, чтобы раскрутить свой аккаунт, и здесь можно хорошо зарабатывать и развиваться. Также тут можно развиваться без вложений, можно с вложениями, от $0.5 можно уже заходить в данный проект и начинать свое развитие. Вы можете закинуть сюда $0.5, взять своего одного клана, взять его, переобучить на батрака, да, вот здесь есть социальные статусы. Вот, из бродяги в ремесленника, то есть переименовали не бодрак, а ремесленник. И ремесленник уже начинает, уже, грубо говоря, вам уже по чуть-чуть вы развиваетесь, идете дальше по статусам. Все понимаем, что максимальный статус император, и нам нужна основная задача дойти вот сюда. Вот. Дело в том, что каждый статус, он есть свои специфика, своя уникальность. Это уже буду рассказывать в дальнейших видеороликах, если это вам будет интересно. Дело в том, что вы с ремесленником можете уже по стратегии развиваться с ним, приумножать свои средства, приумножать свой вклад, потому что с бродяги ремесленника, если, например, без вложений, это реально перейти, но где-то займет несколько месяцев. То есть каждый день вам заходит, клацит, механика простая одна, занимает несколько минут времени в день. И в целом вся вот эта вот игра, она занимает, если так вот играть, то, например, и все на автомате, так как вы будете моим рефералом, у меня есть чат под эту игру, ссылка будет тоже в описании, где мы помогаем стратегию с инвестированием, стратегию без вложений, мы все это подсказываем вам, то вам это займет несколько минут времени в день, то есть вы проклацали, сделали и все, и получаете себе понемножку пассивчик, развиваетесь, строите себе поселки, строите свои княжества, и так далее и тому подобное. То есть в дальнейшем вы можете тоже выйти на княжество, зарабатывать на этом все. У меня уже есть около 18 полей на данный момент в этом аккаунте. И около есть уже 2 павлинов, которых я выпасаю, несут яйца, зарабатываю. Ну то есть все, в общем счета, сколько приносит, я уже сказал. Около 3 баксов в день, без вложений. Можно в принципе выйти на этот проект и неплохо на все-таки зарабатывать. Минималки на вывод здесь нет, выводите сколько хотите, подвязка в них к Соляне. Как пополнить, как это все сделать, пишите в чате, мы обязательно вам всем поможем. Если говорить о окупаемости вклада, то, грубо говоря,
так как вы новичок в первый год, то окупаемость где-то у вас будет 12-14 месяцев. Вот, то есть, грубо говоря, где-то 80% годовых. Если вы не новичок, то там не будет таких вот плюшек. Вас там нужно платить за ремонт и так дальше. Это уже на второй год это все приходит. То там уже заработок примерно около от 30 до 50% годовых. В зависимости туда, в какую вы нишу заходите. Потому что здесь разветвлений очень много. И, как мы видим, есть и можно в военном ремесле развиваться, можно в сельскохозяйстве развиваться, можно в строительстве недвижимости строить, банки строить, заводы и так далее. То есть, грубо говоря, как в реальной жизни, то есть вы создали свою клона, и ваш клон непосредственно вы начинаете им развивать. То есть, какой вы статус дадите, такой он будет у вас. Итак, переходим к следующей игре. Всем нам известная игрушка такая, как Таксиманы. Недавно я раздавал кэш, грубо говоря, немножко раздал, осталось 6500. Я тоже проведу конкурс на 6500, ну, грубо говоря, это все раздам поровну на пополу. То есть, грубо говоря, ну, где-то примерно получается около 11, 12, там, даже, да, даже 13 пола получается машин. То есть, первым 13 человеком могу раздать машину пола. Если на правильном напишите комментарий под это данный видеоролик, напишите вот этот вот самый ник. Да, только правильно, пожалуйста, пишите ник. Я писал в данном видеоролике и в следующем ролике. Завтра, послезавтра я раздам вот этот вот кэш с хранилища полностью подчистую, что вы могли реально заработать еще по полу, как я обещал. Вот раздаю раздачу в этом. То есть, грубо говоря, я раздам, ну, в течение там 2-3 дней. Я думаю, что 3 это грань. Ну, думаю, что завтра, послезавтра я по-любому это раздам вам всем. Самая основная задача — написать комментарий под этот видеоролик, написать правильный вот этот ваш ник, чтобы я мог вам удачно и нормально скинуть кэш. Первые 13 на весь этот кэш я раздам без проблем. Главное, пишите коммент. Итак, что говорит эта игра? Дело в том, что игра платит 10 лет. Зарабатываю я сюда инвестировал, я думаю, это уже не секрет. И показывал, сколько вывожу регулярно по $60, без изменений. Вложено, как видите, вывод средств меняется только. Вчера тоже выводил, 6 кусков вывел. Вот. И таким образом мы тоже там начинаем средства наши приумножать. Часть мы приумножаем, на реинвест идет, часть средств идет на вывод. Ну уже, слава богу, мы так уже качнулись. Благодаря рефералов за то, что пригласил я сюда блогеров. Они стали моими рефералами. Эту всю движуху я качнул. И получилось так довольно-таки хорошо, что мы вышли на пассивный доход в районе $60 в день. То есть за последний месяц вот мы заработали, да. Это недавно рекорд, да, это то, что по такси. Вот, было здесь более 100 тысяч, можете глянуть прошлые видеоролики, сколько здесь сюда люди инвестировали. Что касается инвестиционного проекта, ребята, окупаемость 12-14 месяцев. Как видите, вы, например, машину отправляете в рейс, и вам там платят определенное количество кэша. То есть 8, там может 10, может бывать там бонус выпадет, x3, там какой-то жирный клиент, или вы там грабанете клиента, и получается очень хороший приток кэша, и таким вот образом вы зарабатываете. Самое главное, что вы здесь держали определенную стратегию заработка и развития, и вы тогда всегда будете в плюсе, всегда будете развиваться. Вы можете не играть, можете все перевести на полный пассив, построить себе здание и китать машины чисто за счет строений своих, вот, влияния, как говорится, да, получать на полном пассиве кэш, грубо говоря, как видите. Вот, такие вот цифры у меня, тут 1184, здесь 4768, есть у меня автозаправка, склады, гаражи и так далее и тому подобное. То есть, грубо говоря, вы ставите недвижку, которая полностью на полном пассиве, вы не играете, просто заходите раз в день и, грубо говоря, выводите свой капитал, да, таким вот образом. Плюс еще за пополнение, там будет код у меня, за который будет скидка на покупку машины, плюс еще... Здесь в самой игре бывают различные акции, которые, когда вы пополняетесь, раздают различные там машины просто как бонус, как плюшки. Мало таких вот проектов, которые реально так дают, потому что вот машины там есть Драго и другие там различные
авто. Здесь мы реально можем заработать, приумножить свои средства. И здесь нет такого, что если вы, например, что-то пропустили, там, 1 час или 3 часа, неважно, то, например, ваш кэш сгорает. Здесь такого нет. Вы заходите, играете, зарабатываете. Не играете, не зарабатываете. Все банально просто. Но если у вас, например, офисная работа, або вы там сидите дома, у вас жена сидит дома, то это реально хороший проект, который вы можете реально вложить сюда средства, и ваш человек там будет здесь играть, зарабатывать, грубо говоря, на полный пассив. Здесь, грубо говоря, класснули, и там несколько часов у вас машина пока там катается, вы реально уже зарабатываете, то есть, грубо говоря. Самое главное, чтобы у вас одинаковый счет был на вывод, как счет для вывода, так и на пассажирском счете. То есть, грубо говоря, вам нужно одну машину отправить, устроить на работу, или там и что-то катать халтуры, или устроиться на работу и катать поочередно, и таким вот образом держать плюс-минус одинаковый баланс и потом выводить. Вот что я вам рекомендую. Вот, грубо говоря, вы, так как будете моим рефералом, для моих рефералов вам всем надо, естественно, быть зарегистрированным, конечно, оставить ник. И у вас для того, что бомбило есть, появится еще машина пола. Если вы в прошлом ролике тоже участвовали, я всем раздал, все, кто правильно ввели свои ники, я всем раздал, и они, вы оказались моим рефералом, вот такую вот машинку пола, то вы можете получить вторую машину пола. Вот. В принципе, здесь одно единственное ограничение, что больше, чем 6 кусков в день вы выводить не можете. Но я думаю, это тоже довольно-таки круто, потому что я уже вывел более 400 тысяч, почти полмиллиона вывел. И в дальнейшем тоже проект будет развиваться, и он развивается, стоит на месте. Появляются различные там машины, появляются различные недвижимость, районы и так далее и тому подобное. То есть это реально очень круто, и это я вам рекомендую это все сделать. И на этом всем зарабатывать на полупассиве или же на полном пассиве. Вы можете так же само начать без вложений. Без вложений сложного ничего нету. Вы, грубо говоря, только зарегистрировались, катаете машину на различные заказы. Грубо говоря, укатываете ее до второй ТО, то есть первую полностью ТО приходит, и потом до половины по заказам, и все, и останавливаете. И потом ее отправляете на то, чтобы она фармила кристалл. Следующий момент, вы потом на кликсах зарабатываете, проходите, и здесь в чатах выкатываете по максимуму сообщение, что вам упал бонус, и, естественно, вы попали в топ, и вам падает кэш. И так делаете периодически каждый день, вы без вложения можете довольно-таки таким образом хорошо раскрутить, без вложений, без каких-либо проблем. Переходим к следующему проекту. Следующий проект, наш любимый RollerCoin, давно не снимал обзоры. Проекту около 5 лет, радует нас тем, что платит, без вложений можно, с вложениями. Я начинал вообще без вложений сюда. Вот, здесь точно так же есть ивенты, с помощью которых мы проходим ивенты, получаем различные награды. В наградах есть как RST-шки, RLT это игровая валюта, RST это сезонная валюта. И точно так же выпадают вам полки, майнера и много-много другое, грубо говоря. И таким вот образом, так как вы развиваетесь, аккаунт, вы нажимаете в игру. Данный проект очень хорош для подростка, очень хорош для ребенка маленького, который будет играть наши детские игры, которые мы там играли в детстве. И это уже заработок. Грубо говоря, это псевдооблачный майнинг, который ваша мощность конвертируется в криптовалюту, грубо говоря. И криптовалюту вы уже, естественно, выводите. Как видите, майнит у меня на данный момент 1361 сатошку BNP на мощности почти 73 перехэша, это 73 миллиона мощности. Реинвестировать, заниматься, развиваться, оно того стоит. Потому что если вы клацаете, юзаете краники, то вы пока их не клацаете, заработка у вас нет. То здесь все, что вы наиграли с помощью вот этих вот простых видеороликов, точнее игр, вот простых, то вы непосредственно, эта мощность воздержится неделю, ровно 7 дней, и вы получаете на пассиве даже тогда, когда вы спите, или на работе, или еще когда-то. Вот, я был такой, что давал своему племяннику, давал играть, он, блин, наиграл мне очень хорошую мощность, и я в ладоши хлопал, все очень хорошо, ему развлекуха, и мне хорошо, грубо говоря. Это можете тоже занимать своих детей. Точно так же самое я слышал, не знаю, правда или неправда, что один человек когда-то в начале, когда здесь еще не так укатано было,
вот эта вот моща. И заработок был немножко получше, чем зараз на данный момент к мощности. То он задавил жену, и жена наигрывала почти 1,5 миллиона мощности. Это было раньше очень сложно сделать. Зараз увеличили в 2 раза, грубо говоря, чтобы вы понимали, как, сколько раньше давали за игры мощности. С каждой игры вам нужно поделить на 2. И тогда вы поймете, сколько мощности давала непосредственно с помощью игр. И этот человек играл, его жена играла с утра до вечера, как на работе, каждый день. И наигрывала 1,5-2 миллиона мощности. И потом они развивались. Не знаю, к какому дальнейшая история. Но такое раньше слух ходил. По поводу проекта. Выводить можно любые суммы. Платит, выводит. А то есть топы, которые здесь зарабатывают миллионы долларов. Сколько требует времени? Если для развития вашего именно самой комнаты, самой игры, то она занимает около 3-4 часов времени в день, чтобы оно хоть что-то реально имело вес. Если имеется в виду вообще делать или не делать, то я сказал бы, что вам лучше потратить время на, например, на таксишку, потратить на мерклонов, а сюда уже в самый последний момент сюда влазить. Вот. Потому что данный проект реально, вы, то есть, здесь развивать и развивать надо очень долго. Если без вложений, то вам реально что-то вывести, вывести без вложений, займет это не один месяц, плюс еще можно бузить, юзать, скажем так, на купле-продаже различных там полках, так же самых детальках, манерах и так далее. Я юзаю вот эти вот батареечки, потому что я их покупал по 0.42, не помню когда, но очень-очень давно, что я хочу сказать. Так, оно здесь, вот, я здесь 0.38, я где-то покупал по 0.42, и вот продал недавно по цене, грубо говоря, 0.49. То есть я вот сплавил, и у меня появилось там вот такое вот количество ролдашек. То есть мы покупаем подешевле, подаем продороже. Как видите, вообще был пик 2 месяца назад по 0.26. То есть можно было к РЛТ сделать 2 икса вообще легко. Вот. А РЛТ уже можем покупать различные майнера, которые будут нам фармить криптовалюту, и будем выводить. Проекту 5 лет, вот, рассказал все, что знаю, платит он мне с этой мощности, дает в районе 15-20 долларов в месяц. Вот так, такой он прибыль мне приносит на данный момент проект RollerCoin. Следующий проект это Sandbox, и хочу обратить на него внимание. Вот Sandbox, все мы знаем, что пиксельная игрушка, но что я вам хочу сказать, что она дает в целом. Дело в том, что данный проект можно начинать без вложений, абсолютно, можно с вложениями. И он раздает криптовалюту в Sand, в дальнейшем абсолютно всем, кто пройдет их ивент. То есть мы создаем определенные персонажи, которые вот ручки, ножки, все есть, бегают, прыгают и так дальше. Выполняем различные квесты и зарабатываем по сезонам. Если, например, мы купили еще аватар, то мы еще претендуем на еще отдельный пул, там тоже зарабатываем, что дает нам больше окупаемость вот такого данного персонажа. Еще плюс, помимо этого пула, там есть и в ивенте, что вероятность 0.1% что вам выпадет такой вот долг в виде NFT земли, который можно реально потом продать за несколько тысяч долларов, бо все мы знаем, что в сандбоксе есть такие как Eminem, Snoop Dogg и другие-другие звезды, которые дают различные там концерты и многое-многое другое. Как видите, вот Snoop Dogg, Adidas и многие другие, кто их поддерживает в этой, в этом проекте, в этой игре. Довольно-таки очень крутой проект и работает годами, и будет еще работать долгие годы. Поэтому я вам рекомендую тоже обратить внимание на данную игру. Играть без вложений, без всяких либо проблем. Тоже можете создать, если вы купили, например, землю, вы можете там создать свою NFT-мир, NFT-землю, создать все что угодно там и реально жить себе припеваючи. Некоторые там люди даже купили, когда-то было несколько лет назад, даже себе яхту за несколько сотен тысяч долларов. То есть довольно-таки очень круто, и я вам рекомендую данную игрушку, что вы на нее обратили внимание. Следующая игра, которая я хотел бы, чтобы вы обратили внимание, это называется Carryverse. Снимал уже нее краткий обзор. Вы там можете ловить рыбу, жить себе, участвовать в различных квестах. Там есть различные своеобразные, своя механика. Ну, без вложений тоже довольно такие люди, которые по 10, по 20 баксов в день
они зарабатывают, выводят без каких-либо, грубо говоря, проблем. То есть есть и такие ребята, так что если все зависит от той рыболовли, что вы там ловите рыбку и себе довольно-таки очень хорошо зарабатываете и приумножаете свои средства. Тоже там можно в этой метавселенной много чего, как мы видим по вот этих вот самых слайдах. Вот, кататься, участвовать в различных конкурсах, тоже иметь недвижимость, поскольку я слышал, и много-многое другое. Вот, в принципе, без вложений это реально, немножко уже сложнее там добыть удочку, но пока не еще реально. Так что я вам рекомендую зайти в данный проект и здесь, естественно, тоже играть, развиваться. Почему бы нет, как бы, грубо говоря, выбор широкий, пока есть проекты, лучше поиграть, провести время не только веселясь, а и провести время реально с пользой. Вот. Ну и как всегда, обещал по поводу проекта, насчет того, куда не стоит вкладывать свои средства, это китайка, обратилась, как всегда, дала мне деп, все такое, что я вам рассказал, показал о данном проекте, что он якобы такой классный, крутой. Но повторюсь опять, сюда вкладывать не стоит, потому что эти проекты очень-очень быстро соскамливаются и очень быстро закрываются. Итак, что мы видим? Мы видим, что здесь нужно почту, пароль, подтверждаем пароль и, естественно, заходим. Я здесь уже есть в данном проекте, поэтому я просто зайду и вам все покажу изнутри. Итак, дали мне деп, если кому-то интересно, $10, якобы я буду получать по $1.80 каждый день. Ну, понятно, один вывод они мне дали, как будет дальше, неизвестно. Но это все фейковые якобы выводы, это все истории и так дальше. На самом деле они ничего не дают особо. То есть, ну, повыводите, но я думаю, весь кэш вы даже не успеете отбить. Потому что они захотят заработать на этой всей движухе. Поэтому лучше, ребятки, не заходите в этот проект в плане инвестиций. Ну и как видите, так все выглядит. Якобы, да, потом есть еще такая вот тема, да, и точно так же, вот такая вот штука, да. Вот, нажимаете сюда, на вывод сюда пишите свою сумму, она здесь отображается, адрес кошелька, то есть у вас покажут, сколько здесь вас будет, тут на вывод, и адрес ваш USDT. TRC20, нажимаете потом пароль и конфирм. И ваши средства прилетают вам, естественно, на баланс. Сложного ничего нету. Так что, ребятки, обращайте внимание на это все. Проектов много с камины. Так что я вам рекомендую быть подписанным на наш YouTube канал, на наш Telegram канал. Потому что я очень-очень много фильтрую и очень много стараюсь, чтобы вам с камины меньше давать и меньше попадалось. Бывает, конечно, некоторые моменты, но в дальнейшем тоже сниму обзор по очень хорошему инвестиционному проекту, куда стоит обратить внимание. Если вы заходите на какой-то из инвестиционных проектов, которых я вам даю, я абсолютно весь рефбэк вам отдам. Знаю, многие блогеров так не делают, поэтому обратите на это внимание, что есть все-таки нормальные люди, которые стараются думать о том, чтобы вы тоже зарабатывали. Потому что если вы зарабатываете, я тоже буду в дальнейшем зарабатывать. Оно все связано. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, участвовать в розыгрыше. Всем пока и хорошего профита.